И о действующем созыве муниципалитета. Накануне депутаты проголосовали против продажи контрольного пакета акций городского дорожного управления. Предприятие – должник, причем очень крупный. На нем висит 200 миллионов рублей. Для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, в городском дефицитном бюджете нет средств. В такой ситуации суд может передать все имущество ГДУ кредиторам. Чтобы все-таки сохранить контроль за важным муниципальным предприятием, мэрия предлагала оставить в собственности города 35% акций, а остальные продать за 100 миллионов рублей. Однако депутаты выступили против. Такое решение чревато для города большими потерями. Нами была проведена большая работа за эти 4 месяца. Итогами этой работы стало то, что предприятие отработало весь этот сезон дорожный, и предприятие выходило на городские дороги, их ремонтировало. Результатом стало то, что предприятие сейчас практически завершило работы по дворовым территориям. Мы прошли 9 судов. Нам вот удалось добиться того, что кредитор вышел с нами на переговоры, и была достигнута вот принципиальная договоренность. Мы оставляем собственностью города 35%, а 65% выставляем на торги. То решение, которое вчера было принято депутатами, уж не знаю, умышленно это было решение принято или просто по незнанию, плоды этой нашей работы четырехмесячной, вот этих 9 судов, оно полностью перечеркнуло. 21 числа состоится суд. По этому суду с большой вероятностью кредитор обращает взыскание на все имущество предприятия, и тем самым все имущество он забирает себе, а в бюджет не получает от этого ни копейки. Вот таков итог вчерашнего решения муниципалитета.